Hello, guys. Сегодня мы с вами... О, господи, что не так скучно? Мы играем в игрушку, которую мне удавалось в нее поиграть, значит, очень-очень давно. Она еще и арабская. Я предлагаю перезайти, потому что тут уже кто-то походил. А я хочу, типа, в соло, возможно. Хе-хе. Так. Давайте в соло. Что, приватный сервер нельзя? Да ты серьезно? Они там просто прошли все уже. Я так думаю. Нету смысла особо проходить опять. Типа, сольный сервер, он... Кто это делает? Мне кажется, они уже словили все скримеры, которые только можно словить. Так что особо страшного тут ничего не... О, господи, кот упал с подоконника. Ну, бывает. Что за звуки? Куда они вообще идут? У меня вопрос. А, типа, чтобы взять эту херню, надо... А, всё, понимаю. Ну, короче... А, отлично, они еще не нашли там что-то. Ура, ура, ура. Эх! А чего всё позакрывато? Позакрывато. Ладно, можно ходить без фонарика, чтобы было удобнее, типа, искать. Они какие-то, видимо, эти... Не видит, куда идти. А сюда не подойдет, с ключ никуда, не. Белый ключ не нужен, или уже все открыто белым ключом? Я просто... А, господи, what the fuck? Чувак, вот это... Словили лютый скример. А, я даже не обратила на это внимание. Ладно, хорошо, допустим. Ребяточки, ну вы что-то как-то туго у вас тут все, я смотрю. Я вот тогда все скримеры на себя возьму, можно? А, ключик. Явно сюда подойдет этот ключик. У кого есть ключ? Нет, это не отсюда. Не отсюда. Блин, жаль, тут нету войса. Они не предусмотрели эту функцию. Ну, ладно. Чё, в принципе, это... Тут надо... Что-то сдвинуть, скорее всего, шкаф, чтобы нормально было. Потому что... Опачки. Ну и кто здесь гений? Наверное, я. Наверное, я. Так что не надо мне тут. Вот. Погнали, 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 погнали. О, там кто-то ходит подо мной, походу. Чисто сейчас ностальгия, потому что это был один из самых первых моих хорроров. Ой, можно было еще громче, пожалуйста. Че, можно было, в принципе, еще громче. Эо! А, у нас эта штука открылась. Браун Кей! Охренеть, сейчас мы с вами это откроем. Где была эта херня? Где была эта херня? Вот, вот, вот тут, вот, вот, вот. Желтый ключ. Желтый ключ под цифрой 4.
Где он желтый? Желтый, 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 желтый. Желтый, желтый, желтый. А, чел. Я знаю, где вроде как желтый. Сейчас. Бля. Не оставляли бы вы меня так чисто тут. Я просто не помню, где тут расположены скримеры, которые в прошлый раз мне удавалось словить. Но я чувствую, что я благополучно на них поведусь. Сейчас мы откроем. Можно мне, короче, это? Хотя ладно, окей. Вообще парить это не должно никого. Угу. Ой, а что это было? Ой, симпатичный мужчина. А мне понравился, кстати. Ой. Не слишком ли темно? Точнее, не слишком ли светло тут? Ни хренушечки не вижу. Ни хренушечки. Шкафчики какие-то. Ой, что это? Ребят, мне нужен хелп срочно. Вот тут должно быть весело где-то, по-моему. Ё-моё, что вы? So comfortable place. Ой-ой-ой, какие ножки, отлично. Неплохо. Вот у них, кстати, вообще примитивные какие-то скримеры, а вообще не страшные. Чисто не за дело. Нет, они, может, страшные какие-то такие. Но дело в том, то, что... Ой. А ты меня съесть хочешь? А дело в том, то, что они какие-то недоработанные маленько. То есть так бы было бы неплохо, потому что вроде хоррор нормальный, да? Но недоработанные слегка они. Вот. Ой, идут, идут, идут. А я хочу в первую очередь открыть дверьку. Я хочу открыть. Что вы без меня бы не в состоянии это сделать в таком быстром темпе, как я. Поэтому, ну, извините. Первое место займет Верька. О, тело. Привет. Привет. Мумиё. Ой. Нету тела. А нет его. А, как страшно. А, как страшно. Чао. Чао, чао. Чао. Ладно, это была красивая концовочка, поэтому я тоже ливаю. Ой, не туда. Всем спасибо, кто хочет поприкалываться над данной игрой. Чисто испытать ее на себе. Такая себе игра, но тем не менее, посмотрите, сколько посетителей. Ну, так, прикольно. Для первых пор, кто еще ни разу не играл, это вообще нормально. Нормальная тема. Но просто так нет. Не для меня. I'm sorry.